обслуживать взлетно-посадочную полосу будут быстрее. Автопарк Мирнинского авиапредприятия обновился. Там по программе техперевооружения закупили новую снегоуборочную технику. По словам специалистов, она удобнее и эффективнее. В отличие от предыдущей, производительность новой машины будет больше. Площадь уборки возрастет на 10 гектаров в час, а рабочая скорость выше на 30 км в час. Ее поставила компания «Белспецтрансавиатехсервис». Аэродромная техника будет очищать от снега и подметать взлетно-посадочную полосу, места стоянок, рулежную дорожку и перрон. Мирнинскому авиапредприятию машина обошлась в 15,5 миллионов рублей. Сегодня персонал службы спецтранспорта МАП под руководством представителей фирмы-производителя проводит пусконаладку. Уже с первым снегом новую технику опробуют в работе на полосе. Выполняет, так сказать, два вида работ. То есть уборку снега приличной толщины и отвалом, и подметает сзади. Сделано на серийном шасси. То есть сам автомобиль не требует больших доработок.